Сразу два онлайн-голосования стартовали на портале «Добродел». Жителям Подмосковья предлагают выбрать дороги, которые отремонтируют в следующем году. Отдать свой голос за тот или иной участок можно до 31 мая. Дороги, которые получат максимальную поддержку жителей и отберут специалисты, вынесут на следующий этап голосования. Он пройдет с 1 июля по 31 августа. Кроме того, до 1 мая жители Подмосковья могут выбрать общественные территории, где установят системы наружного освещения и архитектурно-художественную подсветку. В городском округе Люберцы для голосования представлено 57 локаций.